4 плоскости. 2 в горизонтали, 2 накрест по вертикали. Вот это максимальная яркость на вот этой кнопочке. А вот этой уже гасим и делаем бледнее. Если у нас комната небольшая, зачем нам очень яркий луч? Теперь у меня включен нижний горизонтальный луч, горизонтальная плоскость. Еще раз нажимаю вертикальная плоскость, еще раз нажимаю вторая вертикальная плоскость. И опять теперь я могу все их включить. Вот у меня 4 луча включено. Это правильное положение, когда четко лазер выставлен по вертикали и по горизонтали. Давайте нарушим, сделаем наклон. И у вас сразу пойдет предупреждение. Сделайте лучше по горизонтали. Сделал. А теперь в другой плоскости. Опять предупреждение, что, друзья, ищите горизонталь. И все это на этом маленьком экранчике. Очень удобно. Есть у меня вот такая классная палка для какого-то военного шалаша когда-то. И ее можно регулировать по высоте. Из дуба. Я на нее сделал вот такую вот конструкцию. Металлическую пластину. Тоже с какого-то военного устройства. И просто хомутами притянул к этой палке. И теперь у меня это... готовый кронштейн для моего лазерного уровня. Мне, конечно, бы хотелось иметь профессиональную стойку, но я же не профессиональный строитель. Профессиональным строителям я, конечно же, рекомендую профессиональное оборудование. Что это дает? Дает четкое понимание качества изготовления вашего дома. Перепад между плитами, перепад между одной стороной комнаты к другой стороне комнаты. И я вот вам сейчас продемонстрирую. Примерно так. С этой стороны у меня сантиметра 4-5. А в противоположной стороне, под самую плиту. И что мне делать? Наштукатуривать эти 5 сантиметров? Нет. Просто выровнять по плите. И вот здесь как раз пригодится возможность наклона луча под определенным градусом. Надо хорошо промерить потолок. И вот я четко вижу, беру линейку и могу по уровню плиты посмотреть, какой слой штукатурки мне придется накладывать в какой стороне комнаты. Вы скажете, можно взять обычный водяной уровень. Можно, но водяной уровень вам все равно не даст такого четкого представления, понимания. Хотя что я там такое говорю, ведь раньше не было никаких лазерных уровней. Как же делали ровные потолки? Ну да, можете со мной не соглашаться, но с лазерным уровнем это намного лучше и намного профессиональнее. А пульт мне позволяет манипулировать прибором, как мне захочется. Включать хоть все лучи, хоть один. И это несомненное преимущество этого лазерного уровня. Это удобство. Вот я сейчас зафиксировал луч и хочу понять, под каким наклоном, как мне лучше отштукатуривать потолок. И вот я уже вижу, допустим, что вот надо ниже луч опускать, надо больше толщину брать. В этом месте плита выступает. И регулируя наклон лазерного луча, ищем то оптимальное положение, при котором мы видим плоскость. И смотрим, чтобы нам штукатурить на минимальную толщину. Потому что, ну, в идеале вообще горизонталь. С одной стороны наштукатурить 5 сантиметров. Можно гипсокартоном.
Ну, потолок 2,40, и забирать эти 2,40 еще гипсокартоном как бы не очень хочется. Что могу сказать о магнитах? Магниты на совесть. Очень хорошо держатся. Я прям так пытаюсь срывать. Хорошее качество. Я не могу оторвать, вы видите? Нажатием на кнопочку «Замок» мы можем уменьшать или увеличивать яркость лазерного луча или всех четырех лучей. Автоматическая юстировка. Вот этот винт — это особые дополнительные удобства. Особенно когда во время фиксации луча вы ищете плоскость кривого потолка. Как мне штукатуркой перейти вот этот перепад плит? И сколько вот там материала в том углу уйдет у меня, потому что там плита задрана вверх, и у меня там получается яма, там больше всего пойдет материала. Лазерный уровень прекрасно справляется с этой диагностикой, рекомендую. Я дал луч в горизонтали на эту стену, и я вижу реальный перепад, смотрите, между плитами. Вот, видите? Вот так я работаю с лазерным уровнем. Новая электрокоробка, новая электрическая проводка, новый провод между плит. Для LED-люстры с пультом теперь только такие. Пока временно. Клеммы Вага. Реклама.